Семейный альбом Барри. Стихийное бедствие. Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн, Эл Коу. Сценарист Кэл Ховард. Композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланс. О, что за дивное утро! Там-да-да-там-там-там! Ух ты! Ха-ха-ха! Опа! Та-да-дам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 ! Ой! Вот и на, ну и ливень, честное слово, а! Чарли, что случилось? Бесси, там льет, как из ведра! Да что ты? Ну что ж, Чарли, раз уж идет дождь, самое время покрасить потолки и поклеить обои. Да, честное слово, а? Понятно, видите. Младшенький, иди помоги мне. Ух ты! Что такое? Чарли, кончай дурака валять, берись за работу. Чарли, ты стоишь на антикварном стуле. Не бойся, я его не заляпаю. Если с ним что-то случится... Только этого не хватало. Точное попадание за мной! Да, так. Так-то лучше. Чарли! Вынь меня оттуда! О! Ай! Вставай на доску! Ой! Да что я сделал-то? Вот что! Младшенький, принеси еще краски. Сейчас. Эй, кто-нибудь, помогите! Здорово получается. Ой, извини, Бесси, я не хотел. Ну почему сегодня дождь? Не знаешь, куда ушел папа? Понятия не имею. Чарли, ты от кого прячешься? Я прячусь. Я это... Я просто... На этот раз я сделал правильно, понял? О, боже! Я прям горжусь такой работой! Как там твой край, младшенький? Порядок, па! Это еще что такое, дурень? Полоски должны идти вот так, а не так! Понял? Что здесь происходит? Ну почему сегодня дождь? Эй, знаете что? Дождь кончился!
Я еще успею сделать пару ударов. Эти грязные штучки. Признаюсь, Чарли, я хитростью заставила тебя остаться дома. Но от тебя никакого проку. Так что иди играй в гольф, милый. Счастливо. Поберегись. О, нет! Конец!